Друзья мои, всем привет! Меня зовут Макс Кириленко. Я сегодня решил записать видео о необычном способе ловли морской плоской рыбы под названием камбала, глось или колкан. В чем заключается мой необычный способ? Сегодня я снасть буду заносить при помощи дрона. Хочется поэкспериментировать и попробовать занести снасть на 250, может быть, 300 метров от той точки, с которой я буду запускать дрон. А так как я сейчас нахожусь примерно в 200 метрах от берега на пирсе, общее суммарное расстояние, на котором будет находиться мои снасти, примерно 400-450 метров. Что из этого получится, мы сейчас узнаем. Смотрите, я думаю, что рассказывать про снасти, на которую ловят камбалу, нет смысла, потому что миллион видео в ютубе о том, как собирать эту снасть. В любом магазине эти снасти продаются. Я думаю, интереснее всего рассказать будет о том, как я буду ее заносить на такое расстояние. У меня есть дрон. В данном случае это DJI Mavic Air 2, для которого на AliExpress я купил вот такое вот устройство сбрасывания груза. В чем заключается принцип его работы? У данных моделей дрона, в частности моего Mavic Air 2, есть светодиодная подсветка на нижней части корпуса. Выйму флешку на всякий случай, потому что на ней есть очень важная информация. Надо предостеречься. Вот. Так вот, о чем я хотел сказать. Значит, есть светодиодная подсветка, которая в нашем случае будет активировать это самое устройство сбрасывания. Я фиксирую на корпусе с помощью такого пластикового хомута весь этот механизм. Так как этот механизм сделан конкретно под мою модель дрона, здесь все повторяется по изгибам корпуса, и этот хомут защелкивает это устройство плотно, без всяких люфтов, короче, все очень собирается плотно. Здесь подключается вот такой вот датчик со светочувствительным элементом, вот на который приходит этот световой луч от нашей подсветки, которая в конечном итоге и активирует механизм сбрасывания. Сейчас я, вот буквально еще 2 минуты, я полностью соберу дрон, и он будет готов к полету и заводу снасти на дальнее расстояние. Сейчас я покажу вам поближе, как это все выглядит. Обратите внимание, это тот самый Mavic Air. Это устройство сброса. Здесь у нас есть вот такая вот задвижечка с таким металлическим, не знаю, что как-то, скоба или скобочка такая, которая будет нам открывать и сбрасывать груз. Вот этот светочувствительный элемент, который активирует этот механизм. И вот сюда, вот в этот промежуточек между двумя этими пластиковыми кронштейнами, я буду помещать леску с грузом, закрывать, уводить ее на расстояние, потом активировать подсветку. Кронштейн открывается, груз падает. Ну что, приступим.
поскольку улова у меня не было, я совместил в это видео две рыбалки. Вторая рыбалка была двумя неделями ранее. Весь процесс происходил так же, только я запускал это с берега. И если помните, я предупреждал о том, чтобы снасть дрону цеплять за петельку, которая была привязана к грузу, для того, чтобы крючки с наживкой были как отвес для легкого шнура или резки. Вот в данном случае я цеплял за карабин, который цепляет всю оснастку к шот-лидеру, и легкий шнур под ветром лопастей приподнялся и попал на саму лопасть, вследствие чего у меня заглохли моторы, дрон упал в песок, что как бы не очень хорошо для моторов, для подвеса. Мне пришлось потом после рыбалки разбирать его и продувать от частичек песка. Вот и подошла к концу моя рыбалка. Хочу немножко подвести итог. Одна маленькая глось и три кефали. С помощью дрона мне все-таки удалось поймать глось, потому что все мои соседи по берегу сегодня курят бамбук. С 300 метров я ее достал, чему очень рад. Что еще хотел вам сказать? Это видео будет нести больше, наверное, развлекательный характер, потому что учить я не хочу вас делать то же самое и настоятельно рекомендую не делать то же самое. Вероятность есть того, чтобы потерять дрон, и мне кажется, что огорчение будет гораздо больше, чем радость от пойманной рыбы. Я попробовал, мне понравилось, возможно, я еще попробую какой-то из других дней на рыбалке заносить грузы со снастью дальше, чем на 100 метров. Ну а сейчас вам покажу мой улов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Дальше будет еще нестандартные виды рыбалки на других хищников морских. Вот. До скорых встреч. Всем пока.